Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Как всегда, играем в черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир, и мы с вами в мастере 3 звезды. Ребята, это самая высшая награда. Поздравляю нас всех. Ну что ж, забираем ревард. Так, 9660 сюриков, 50 ДНК на Рокстеде, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Это шикарно. Ну что, задание у нас, ребята, пройти только лишь серию испытаний. Так, а в бой я могу поиграть? По-моему, у меня откаты, я не знаю, ребят, давайте посмотрим. Нет, у меня все вернулось, нормуль. И это радует. Кстати, у нас будет разыгрываться Бибоп фильм. Тоже неплохо, также мы с тобой набьем осколочки, это будет чуть попозже. Так, ну а сейчас мы идем повышать по рангу кого? Конечно же, Рокстеди. Да-да, именно Рокстеди фильм получает у меня, ребята, четвертую... Так, подожди-ка. Четвертую, да? Четвертую серебряную звезду. Шикарно. И открывается у него «Не перенапрягай мозг». Рокстеди — это прежде всего мышцы. Согласен. В начале хода есть вероятность 15% восстановить 10% от максимума ХП, то есть он постепенно может сам себя отхиливать. И это, кстати, очень круто. Я очень рад, что у нас вот так вот получилось все. Опа, видишь, как он может делать. Это прикольно. Ну что, давай посмотрим, что у нас за испытание. А это сцена насилия и силы природы. Кстати, вот про силы природы я и говорил, что давненько не было у нас вот этой химеры. И на тебе, получи и распишись, как говорится. Но самое удивительное, что здесь есть... испытание, да, у саги против проворства. А где у нас эксперт? Объясни-ка мне, здесь должно быть четвертое. Но его почему-то нету. Странно, да? Ну что, давай глянем тогда в магазин. Сходим с тобой, где у нас тут магазинчик. Предметы. Здесь мы с тобой ничего купить не можем, но можем приобрести за монетки. Так, и я, наверное, буду... Да что ты делаешь? Я... Вот! Вот, ну конечно же, Леонардо берем. Ёлки-палки, друзья мои, мы еще сейчас одного персонажа с вами сможем улучшить. Ядрить тебя на корень. Ты посмотри, это Леонардо оригинальный, получает у меня четвертую золотую звезду. Что-то у меня, кстати, на Леонардо вообще прух какая-то идет. В последнее время только их прокачиваем. Так, жалко только, что у меня не хватает мутагена. Но, в принципе, сегодня мы с тобой пойдем на арену. И, соответственно, я там набью нужное количество. Ну, а теперь бустуем, потому что у нас буквально где-то час, может быть, полтора только обновилось все, и мы с тобой можем очень-очень быстро и далеко улететь. Так что приступаем с тобой незамедлительно. Так, ну, давай-давай-давай, где у меня там самый-то? Вот, самое начало, у нас с тобой неплохой шанс вырваться, как говорится, вперед. Надо этот шанс не упустить. Так, ну что, будем... Да, в принципе, тут без разницы, кого бомбить, они все равно все ватные. Бумс, карайка упала. А, Бакстер выжил. Да ладно. Этот хиляет. И Донни, ну, ну что ты, Донни Мельдоний. Получи. Да ладно, почему мы такие слабые? А, он 20 уровня, мы тут 30, а он 20. Вот поэтому мы его не смогли так быстро и легко победить. Но тем не менее, все равно, победа за нами. Как говорится, чистая. Получаем с тобой кубки. Тем более там было максимальное количество кубков, 11 из 11. И мы с тобой сразу прилетаем на воин 2 звезды. И естественно, продолжаем сразу же. Так, здесь уже абсолютно все одинаково, поэтому без разницы, кого брать. Уровень, как мы видим, 16-18. И мы отыгрываем наши 30-е левлы. Поехали. Так, у меня тут Донни. Бибоп. Так, мы... Ну, в первую очередь, по идее, надо сносить Пита. Хотя здесь, я думаю, особо никакой разницы нету, потому что они все равно ватные. Опа, Рокстеди сразу упал, сдался. Следом идет Пит. И, конечно же, Рафаэль Фильм тоже, ребят, погибает. Неплохо, все равно очень даже неплохо. Двигаемся, конечно же. Ну давай, давай, давай. Хорошая загрузка уже тормозит тут, я не знаю. Хочется как-то быстрее все, потому что каждая секунда дорогая. И я хочу бустовать. Ребята, воин 3 звезды уже у нас. Неплохо, да, за 2 боя. Так, берем. Слушай, я, наверное, возьму Людмилу. У нее уровень здесь поменьше. Там-то уже за 22-й, за 23-й идет. А у нас еще, по-моему, 30-й уровень, да, до сих пор еще есть. Так что, ну, уже 4 персонажа. Я думаю, что особых проблем тоже здесь никаких не будет. Быстренько их чиканем. Самое интересное будет уже ближе
к завершению. Там уже будут и герои соответствующие. Может быть, даже придется какую-то имбу нам брать. Давай-ка, шинигами. Сможешь сразу ушатать, нет? Вряд ли. А Рок, кстати, все-таки выжил, да? Бомбочку теперь бросим. Ну-ка, Майки, не подведи, родной. Так, Рок, кстати, отдуплился. Карайка, оп, кунайчик себе бросила. Немножко даже кританула по шинигами, но, как видишь, несущественно. Мы с вами стоим, как и прежде. Этот вообще промахнулся. На тебе в ответку. Майки фильм, он не такой жеватный, как казалось на первый взгляд. Так, ну что, карайчика тоже пока роднуля. Все, ребят, двигаемся с вами далее. Интересно, перелетим на следующий ранг или нет? Ну, пожалуйста, ну давай. Ну, что ты так долго, а? Посмотрим. Да, ребята, мы с вами уже в элите. Прикольно идем. Быстро, мне это нравится. И уже, как видишь, за 20 уровень у нас пошли персонажи. Так, кубки у всех абсолютно одинаковые, поэтому возьмем, наверное, с вами Тоби. Так, у нас до сих пор еще 30-й или уже... Ага, 34-й, 35-й максимальный у нас уровень. Соответственно, делаем вывод, никаких проблем с разбором этих героев у нас не будет. Давай-ка, Пит. Оу, неплохо он бомбанул. Лео стопудняк сейчас завалит Бибопчика, отлично. Кейси, кого нам брать? Нам надо, по идее, Рафика бомбануть. Хотя и Рокзара не помешал бы, он же сейчас в провокацию встанет. Если, конечно, он успеет. Успевает. Посмотри, а. Ну-ка, Лео. Нет, не пробил. Чуть-чуть тебе не хватило. Так, меткость понизили на нашего Пита. Ну, ты видишь, это не особо сказывается на нем. И саблезуб добивает. Ну все, мы с вами двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, на какую позицию мы приземлимся. Отсюда будем уже делать определенные выводы. Естественно, когда уже дойдем до самураев, даже самураи у меня уже как не котируются. Больше все-таки я склонен к сёгунам. Именно сотое место. Это в элите две звезды. То есть я думаю, что вот этот бой, который мы сейчас с тобой пройдем, перелететь мы не успеем. Нам не хватит 100, как говорится, ступенек. Вряд ли мы с тобой осилим за один бой. Но это уже и не важно, потому что у нас 40-е уровни, а там 28-е. Еще даже 30-ники не появились у нас. То есть мы опережаем на 10 уровней нашего противника. А ну-ка. Блин, вот, кстати, да, давно мы с вами не прокачивали наших, извините меня, кроликов. Потому что на них не выпадает ДНК. Негде мне взять, а так бы с удовольствием, конечно, я этим делом занялся бы. Опачки, ну-ка. Давай, кожеголовый, массовую атаку. Ты смотри-ка, как тут выжил, а? Ты, кстати, заметил, что когда кожеголовый делает массовую атаку, он может повесить антиуклонение. То есть у ворот у врага не повышается, а наоборот понижается. Так, и куда же мы приземлимся? 5-е место. Окей. Я не возражаю. Так, кубки у всех одинаковые, поэтому будем брать Максимку. Здесь, как ты видишь, 32-й максимальный уровень. А у нас, по-моему... Оу, мы уже... Все, ребят, мы пришли до 40-х. А там уже пойдут и полтиннички скоро через бой другой. Ну что же, я готов. Я готов. Будем сейчас бомбить. Кстати, этот Рафаэль же у нас прокачан маленько. Поэтому именно звезданем, наверное, мы Криса Брэдфорда. Тыч! Но не добили сразу же. Сейчас добьем. Секундочку. Воу-воу-воу, почему? Почему-то... Так, кролики сейчас, ну естественно, они будут делать массовую атаку. Посмотрим, сколько они нанесут урона. Слушай, Донателло получил, да, неплохо. Ну, это терпимо, на самом деле. Так, Пит. Идец, ух ты, да что ж такое-то, я не могу пробить. Так, дополнительная защита, вот это уже хуже. Сейчас мы их будем очень долго тут бомбить. Ну-ка, давай-давай, Бибоп, фильм... Что-то не канает как-то. Что за проблемы? Ты посмотри, какая вот у них все-таки крутая, сильная защита. Так, понижение атаки. Отлично. Так, волна, вот это уже хуже. Вот это уже хуже, ребята. Нам нужно быстренько вырубить Бакстера. Отлично. Так, теперь, наверное, кроликов. Они иначе нас просто допекут своими атаками, этими массовыми. Ну-ка. Слабо. Донни. Ну, более-менее уже. Блин, да какого ж лешего ты не смог добить-то их? Я понимаю, конечно, что уклонение там стоит, все
тому подобное, но, видишь, попасть мы не могли. Так, Дони против Дони. Отлично, и добили. Прекрасненько. Ну что же, естественно, мы сейчас с тобой перейдем в элиту 3 звезды. А там уже, как говорится, рукой подать и до самураев. Давай посмотрим, на какое место мы приземлимся. 30-е, даже 31-е. Отлично. И здесь нам кого бы взять-то, а? Ну, тут у кого больше кубков? 13-16. Я, наверное, возьму все-таки МХД. Я надеюсь, правильно назвал. И выбираем вот этих наших партизанов. Слушай, ну они практически тоже 40-х уровней. Вот особенно Бибоп. Он 37-го. То есть надо быть с ним предельно аккуратным, осторожным. Леонардо у нас... Так, Леонардо у нас чуть-чуть не прокачан, да, нам не хватило капельку. Так бы я сейчас сделал бы эту стойку в провокации, и было бы вообще все замечательно. Опачки, меткость понизили, кроме Бибопа. Это жаль. Да ну, ну хорош, Эйприл, ну, ну что ты делаешь? Ну как ты не вовремя свой хил врубил, а? Так, минус слэш. Минус хан. Давай плюшку вот эту бросим туда. Угу, минус еще один. Так, Лео, ты красавчик, добей. Не выходит ни шиша. Да хорош со своим веером, а. Ну, пиццелицы здесь, конечно, слабое звено. Я смотрю, у него даже здоровье меньше, чем у остальных. Но, тем не менее, мы с тобой здесь выиграли, победили. И сейчас, конечно же, мы с тобой отправимся именно в самурая. У нас рекорд за первый буст, насколько я помню, это Сёгун 2 звезды. Может быть, мы попадем сегодня в 3 звезды. Может быть, если, конечно, получится. Так, здесь нам стоит взять Энтони. Он будет послабее, но кубки, как ты понимаешь, у всех одинаковые. Так, подожди-ка. Змейка Вьон, до тебя дойдет очередь, ты не волнуйся. Блин, жалко, что у нас очень быстро заканчиваются персонажи. Практически моментально. Я только начинаешь играть, и все, и уже неким становится. Но кого будем брать в расход? Да, в принципе, тут любого. Да? Начнем с массовых, естественно, так. Слабенько, очень слабенько бьет. Так, Шреддер, классика, давай. Что тут получится? Вот, вот это уже получше. И, надеюсь, сейчас наш супер крэнк всех ушатает. Нет, не всех. Слэш добивает. И Рафаэль тоже добивает. Но я, честно говоря, думаю, что у Крэнга получится как-то сразу их бомбануть. Ну, если ему прокачать массовую атаку, то, конечно, он будет имбово себя чувствовать. Ну, а мы двигаемся дальше. Итак, уже самурай 2 звезды. Тут, конечно, будем с вами уже помедленнее продвигаться. И здесь я выберу... Давай, наверное, Джоша возьмем. Возьмем Джоша, и против него у нас будут вот такие вот персонажи. Я, естественно, ребят, все делаю по порядку. Очень редко, когда перепрыгиваю. Если сомневаюсь маленечко, да, тогда уже начинаю, как говорится, выбирать слабых вместе с имбой. Ну, а здесь я больше чем уверен, что все будет великолепно у нас пройдено. Противник не такой уж и сильный. 41, хотя, подожди, ребят, 41 уровень, а у нас 45. Уже практически на пределе. Уже, можно сказать, на равных мы деремся. Давай, Лео, звезда не по ней. Ай-яй-яй, не получилось маленько, так? Прекрасно. Вообще-то нам, честно говоря, кролики здесь очень сильно мешают, потому что у них массовая атака. Причем 41 уровень, они могут нам здесь сделать очень много чего неприятного. И разбираются они не так хорошо, как я хотел бы. Все, мы их убрали. Майки выпендриваются, да? Ну-ка. Отлично. Остается только добить, но здесь Рокол делает защиту. Ушатали. Так, теперь, наверное, бомбочка, да, летит? Да, Микеланджело бросает бомбочку, массовая атака. Ну, давай так сделаем. Лапекс у меня не прокачан, поэтому у него вообще самые-самые слабые атаки. На нее, как говорится, рассчитывать здесь даже не стоит. Да ну, что за фигня? Ну, оригиналы всегда были крепкие, несмотря ни на что, вот я уже заметил это. Так, это месть. Месть у Алапекс, поэтому она в ответку бомбит по нему, когда он только атакует нашего, как говорится, компаньона. Ну, Донни, давай. Есть. С горем пополам мы с тобой все-таки здесь одолели. Двигаемся дальше и смотрим, куда мы с тобой приземлимся. И перейдем мы на следующий ранг или нет.
Да вряд ли, конечно же. 93-я была позиция, становится 36-я. Хорошо, нам нужно еще с тобой один бой сделать. И тогда мы будем в самураях 3 звезды. Здесь я возьму, вот, Леху. Так, у него максимальный уровень 45-й. А у нас мы еще, ну вот, уже полтинники, друзья мои, уже полтинники. Но 45-й уровень, всего лишь 5 левелов разница. Надо быть предельно аккуратными, тем более здесь Кирби. Также здесь есть у нас Крис Брэдфорд. Ну, это мы сделаем с тобой отхил постепенно, пускай лечат они. Так, и начнем, наверное, мы все-таки с Кирби. Хопа. Так, мы замедлили, плюс выпускаем волну. Ой-ой-ой, он успел захилять, а? Он все-таки успел захилять. Так, тихо. Блин, постепенный урон повесил еще. Ничего себе. Так, это уже не шутки на самом деле. Так, ребят, мне это совсем не нравится, блин. Давай мы, наверное, с тобой возьмем провокацию на Донателло. Что-то мне совсем это не нравится. Так, если я сделаю поджог, мы с тобой получим, ой, сколько урона. Поэтому нам нужно тихо и аккуратно бомбить тех, у кого нету. Ну-ка, давай-ка. Блин, он еще жив, а? А так, если... Получил. Так, теперь берем Криса Брэдфорда в расходик. Так, это что у нас? Суперудар. Донни пока выживает. О, еще одна суператака. Слушай, по-моему... Нет! Ах ты, господи, ты посмотри, что сделал, а? Вот, ребята, чем, как говорится, и плохо, когда оставляешь хиллера, который успевает потом еще захилять всю команду. Они бы уже давным-давно валялись бы у наших ног. Но ты понимаешь, тут еще вот этот вот постепенный... не постепенный, этот контратака. Ой-ой-ой-ой, да. Немножко я, конечно, лопухнулся. Я потому что потом уже посмотрел, думаю, что-то не то. У нас тут 45-е, да, уровни, а у них, извини меня, 43-й и 44-й, то есть практически на пределе. А ты знаешь прекрасно, что когда компьютер играет за персонажей, у него идет, ну, автоматически чуть ли не фул прокачка по всем, по скиллам. И поэтому, несмотря на то, что у него, например, слабый уровень. Ладно, тут не обошлось у нас без проигрыша. Вот теперь под сомнение ставится тот факт, что мы навряд ли перейдем в Сёгун 3 звезды. Вот из-за этой ошибочки, да, ребята, может такое быть. Угу. Ну что, тогда мы с тобой выберем здесь, ну, вон Ваньку. Возьмем Ваньку и... У него 47-й уже уровень. Опять же, ребят, на пределе с вами будем. Я не буду рисковать, я, наверное, возьму какого-нибудь персонажа, например, Армагона. Не буду я рисковать. Тут, извини меня, разница всего в 3 уровня. Как всегда, кто-нибудь оплошает, и будешь потом расхлебываться с этим делом. А тут сразу Армагоша бамс, и все. А нет, Бибопчик еще выжил. Вот так. Как говорится, без риска. Блин, как ты меня расстроил, а? Тот факт, что мы с вами проиграли. Не проиграли, а потеряли одного бойца в прошлой битве. Это очень плохо скажется. Ну ладно, смотрим. Так, 47-я позиция. Надо попробовать. Блин, у них у всех одинаковые кубки. Возьмем тогда с вами Вадима. Блин, я еще даже в Сёгуны не перешел, ты понимаешь? Так, подожди, тут опять практически, ребята, равные по уровню нам противники. Возьму Донни сюда. Я думаю, достаточно будет его новоброска сюриков, да, чтобы их всех наказать. Ну, а уже остальные я попробую добить. Ну что, начнем именно с этого удара. Эйприл сразу упала. Ну, она ватная, потому что она хиллер. Так, усиление атаки. А если мы вот так сделаем? Нормуль. В кого он там бомбит? Ой, ты, вот смотри, ребят, опять показываю вам. Один удар и наш... Что нам делать? Давай я, наверное, ускорю нашу команду. Ксевьер Монтес практически уже, ребята, готовый. Ну, просто отдуплился. По нему еще один удар. Вот об этом и речь идет, что никогда не стоит прощать. И всегда нужно... бомбить, и нельзя недооценивать нашего врага. С одного удара он отнял большую часть здоровья у Ксевьера Монтеса, я имею в виду именно Бибоп. А если бы, например, он был бы на 2-3 уровня поменьше, он бы его просто сразу снес бы. Но
Вот, вот, друзья мои, мы с вами уже в Сёгуне. Одна звезда, ну не хватит нам. Не сможем пройти, к сожалению. Хотелось бы, но не получится. Ладно, берем с вами этих персонажей и возьму сюда я, наверное... Нет, паукса не будем. Вот, Карайку. У Карайчики есть кунаи, они, по-моему, прокачаны у нас полностью. Так что она не должна нас подвести. Посмотрим. Вот, видишь, сколько она нанесла урону. Вырубишь, нет? Не вырубил. Давай, наверное, Бибоп с тобой ушатаем. Изи. Так, Шреддер, примени-ка свою массовую атаку. Я думаю, что все упадут, кроме Лео. Да, Лео выжил. Занимается какой-то ерундой. Иди отсюда. Ну, правильно, а что он там снимает себе негативы, которых не было. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Посмотрим. Если мы сейчас перейдем, хотя вряд ли. Ну, конечно, вряд ли. 57-я позиция. Как-то странно, была вроде бы 40 какая-то. Так, ну что, у нас тут Макси. И у него, как ты видишь, 55-й уровень. Ну я возьму, наверное, давай Лео. Как говорится, по старой традиции. Его будет здесь одного достаточно, чтобы эти ханыги просто отдуплились. Поехали. Хопа. Ничего себе. Это как? Смотри, Леонардо 100 уровень и два противника 56-х, и они смогли пережить удар? Нет, ну ты извини, конечно, это против логики идет. Это 44 уровня разница. Тут ты как ни крути, ты должен упасть был. Просто все на повал должны были упасть, а они выжили. Зашибись. Ну что, второе место у нас с тобой, да? И нам нужно... выбрать. Ну давай возьмем, наверное, Фродо. Возьмем Фродо. Раз, два, три, четыре. Так, Карайка, подожди, я возьму сюда, наверное, Усаги. Усаги, естественно, будет ходить первым. Сейчас повесит на них постепенный урон. Так, попробуем. А может быть, даже все упадут. Сейчас посмотрим, как это произойдет у нас тут все. Ну вот. Смотри, ребята, даже Усаги, несмотря на то, что он 86 уровня, он практически всех подбил. А Леонардо 100 уровня не смог. Не понимаю я этого всего. Просто не понимаю. Как, что тут получает? Ну, даже если Леонардо не кританул при вертушке, они все равно бы упали. Очень странно. Ну что же, как ты видишь, мы с тобой в Сёгуне. Две звезды. Слушай, а может быть, все-таки мы успеем перейти, а? У меня теплится, как говорится, в душе надежда, что мы все-таки сможем перейти. Нам нужно с тобой буквально, ну сколько, три боя. Я возьму, наверное, здесь откачу Леонардо специально. Один откатик, как говорится, я потратил, чтобы нам все-таки хватило. Хочу, как говорится, побить свой рекорд. С первой заходки перейти в лигу Сёгунов на три звезды. Вот сейчас, видишь, сейчас они все упали, никто даже не сопротивлялся, а там выжили. Ну давай, хорош. Так, какое место? 20-е будет, да? Угу. Слушай, все, ребята, мы с вами перейдем все-таки. Я возьму даже вот специально здесь Владислава. Раз, два, три, четыре. Так, 59 уровень, да? Наверное, мы здесь уберем Майки и Бакстера. Я думаю, этих будет достаточно, да? Для того, чтобы... поуничтожать их тут всех. И потом еще будет один бой. Правда, не полноценной командой, но он будет. Так, поехали, бросаем бомбочку. Так, морозильную кошку нам, по идее, нужно вырубить. Ладно, я поставлю все-таки Рокзара в провокацию. Теперь попробуем ушатать. Морозильной кошки не стало. Все, как говорится, дела пошли в гору. Массовая атака Змейковьюна. И остается Бибоп фильм. Вот ему вот так вот. Персональный привет от Зека. Ну что же, наверное, да, перейдем с тобой сейчас в лигу Сёгунов. Три звезды. Должно быть так. Да, ребята, вот это вот называется красиво сегодня поиграли. Несмотря на то, что я один раз все-таки сфейлил бойца. Ну, а здесь мы с тобой берем
Наверное. Давай Ника возьму, фиг с ним. Ну, команда неполноценная. Состоит из трех бойцов, но зато сам понимаешь, какие бойцы. Топчик, можно так сказать, да? Майки 85 уровня, который сейчас, конечно же, сделает уклонение. И фиг, как говорится, ты по нам теперь попадешь. Ну, давай посмотрим. Да-да-да-да-да, конечно, конечно. Промахнись. Нет, попал, но слабо. Кролики. У нас инициатива маленькая, ребят, поэтому мы с вами не можем ходить первыми. Мундагека, промахнись, ты говорю. Все, наигрались, теперь моя очередь. И добиваем. Классно. Очень быстрая сегодня получилась арена. Я тебе даже скажу, она такая заводящая. Немножко переживающая, но все равно у нас все хорошо закончилось. И мы с тобой переходим на 66-ю позицию в лиге сёгунов 3 звезды. Ну что же, у нас с тобой... Так, сюрики, мы в магазине ничего не можем взять? Нет. Монетки потратили, жетоны у нас с тобой не накоплены. Блин, ну почему у нас вот здесь вот эксперт... этот, испытание-то на штуки-то не появились. Прокачивать скиллы. Очень интересно. А сцены насилия... Ага. Так, кто... Ну, конечно же, нужны будут оригиналы. А насилие природы. Так, вот этот Шреддер нужен. Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо. А кого здесь мне дадут? Можно глянуть? Ребята, я хочу вам сказать одно. Вот это испытание мы пройдем прямо сейчас. Да-да, прямо сейчас будем его проходить. Но вначале, естественно, мы с тобой улучшим нашего Леонардо. У нас всего хватает, он заслужил, поэтому поехали. Ать, красавчик. У него открывается новая способность. Последняя черепашка. Леонардо – бесстрашный лидер, вдохновляющий свою команду на еще один раунд. 15% сопротивления смертельному удару. Вот оно что. То есть на первой стадии 15%, да, смертельному удару. То есть его могут не добить. У него сразу... Помните, как мы с вами этих не крэнгов, а кланфутовцев бомбили? Когда у них такая аура сверху, да, загоралась над головой, и они выживали. Вот так же может произойти и на нашем Леонардо. Неплохо. То есть будем прокачивать, соответственно, шанс будет повышаться. Ну, а мы с тобой идем на испытание силы природы. Уж более сильно я хочу их пройти именно сегодня, потому что... Ну, на одной аренке, как бы, заканчивать неохота. Так, я здесь ставлю, естественно, ребята, автобой. Как минимум до предпоследнего-последнего раунда. Сейчас у нас идет тупо фарм. Да, тупо фарм ДНК. Причем ДНК, вот первый, второй, третий эпизод у нас есть. Нам нужны последние четыре. Последние четыре эпизода, где уже действительно нужные нам ДНК будут выпадает из персонажей. Так, ага, отлично. И тут разобрали, это последняя волна. И, как понимаешь, мы ее прошли довольно легко, на изи. Ну что, и продвигаемся с тобой дальше. Так, а мы на кого сейчас с тобой получим ДНК? Ага, на Саблезуба. Дальше у нас идет с тобой Рахзар. После Рахзара идет у нас Тигриный Коготь. Ну-ка давай, ой, грибы эти. Я их ненавижу даже, когда они маленького уровня. Вот серьезно тебе говорю. Я вот не люблю крэнгов. Ой, да почему у меня крэнг в голове сейчас висит? Я не люблю вот эти вот грибы. И также мне не нравятся вот эти мелкие маузеры. Почему-то они меня очень сильно раздражают. Наверное, своей вот этой вот хитростью из-под тяжка все делать. Ну тут 20 уровень, естественно, у них никаких шансов нету. Кстати, а почему у нас здесь железноголовый? Нам Усаги сегодня... А, Усаги это дух, да? А, по-моему, в этом испытании не применяется класса дух. Так что у нас поэтому железноголовый. Или я что-то попутал. Мы посмотрим с тобой сейчас на следующей битве. Давай вот сюда идем. Третий у нас эпизод. Вот, вот, Усаги можно взять, ребята? А то я думаю, что-то странно. Почему-то железноголовый у нас там бегает. Когда я могу взять Усаги? Все, вот теперь вообще будет все изейше. Ну... Поехали. Усаги критует.
Двигаемся дальше. Нормуль. Отлично. А, ну тут 30 уровень, что я тут переживаю. Переходим с тобой на последнюю волну и сейчас быстренько их ушатаем. Донателло. Чпок, нету. Тигр, чпок, упал. Ну и, как ты понимаешь, клан футовцы здесь тоже падает. Это мы с тобой получаем ДНК на кого? На тигриный коготь, если не ошибаюсь. А вот дальше. А дальше на кого? Дальше, по-моему, те, что нам нужны. Ну-ка. Да. Вот именно начиная со Шреддера пошли те самые ДНК, которые мне надо зарабатывать. И причем очень-очень много. И здесь, кстати, уже появляется самый первый босс. Это Химера. Ну, ты сам понимаешь, первый босс на 40 уровне. Химера это получит по полной программе сразу же. Самый прикольный будет, наверное, последний бой. Хотя я сомневаюсь, что Химера сможет справиться именно с нами здесь. Так, грибы опять эти, а? Но мы, слава богу, их опередили, поэтому они здесь ничего не успели сделать. И слава богу. А то начали сейчас бафаться, кастовать, там, атаковать, еще что-нибудь там, отравлять. Вешать на нас свои дебафы. Вот так вот лучше. Потихонечку, не спеша. Видишь, каждого ударяем, и каждый падает. Отлично. Ну что, Химерушка, давай, выползай. Где-то она, видишь, в специальной пещере находится в такой. Видимо, гнездо, наверное, что? Где она хранилась. Так, все. С двух ударов нам удалось завалить эту Химеру. И мы продолжаем дальше с вами наш путь. ДНК получаем, естественно, на Шреддера. А дальше уже будут у нас кто? Черепашки. Черепашки, ну да. Вот они, черепашки видения. Поехали, уже 50-й уровень. Вот так вот. Так, 50-й, потом 60-й. И в конце, по-моему, будут 70-й. Ну, это вообще ни о чем для нас. Кстати, сколько здесь волн, я не посмотрел. Так, 4, терпимо. Вот, грибы. Ну, смотри-ка, у них не хватило духу начать ход. То есть мы даже 50 уровень с тобой здесь легко разбираем. Третья волна. Вот здесь бы вообще просто сделать массовую атаку, да, и все, и не париться. Дай-ка я, наверное, так и буду делать сейчас. Сейчас вот этих разберем, а на следующей битве просто будем с вами массовыми атаками бомбить. Вот так вот поодиночке, просто по одному удару. Но это слишком сильно напрягает. Нам нужно быстренько с тобой пройти, быстренько получить ДНК и расслабиться. Тут нет массовой атаки, к сожалению. Давай, Усаги. Просто Усаги свой вот этот удар делает, мне кажется, дольше, чем если бы мы с тобой бомбили просто по одному. Нормуль. То есть все уровни, которые мы проходим с тобой, все эпизоды на 3 звезды, и, соответственно, мы можем потом их фармить. А фармить нам, наверное, придется. Я не знаю, у нас очень мало, конечно, телепортов. Всего лишь 38 штук. А фармится здесь именно, ребята, черепашки видения. Они у меня тоже отстают по всем канонам, поэтому надо ДНК на них искать. И также желательно почаще проходить смятение из другого измерения. Так, опять Майки у нас не имеет массовых атак. Хотя здесь не надо, здесь всего 3 противника, можно их и так разобрать. А вот где уже их целая куча стоит, там, да, лучше применять массовые бои. Так, здесь у нас эти грибы паршивые. Так, минус. Грибочек получи. А это все-таки успел, а? На тебе. На третьей волне у нас сколько противников? 5. Опять же нет массовой атаки, сейчас бы звезданул бы. Окей, сюрики. Дони не смог завалить своими сюрикенами 60 уровень. Отсюда делаем выводы. Слабоват Донателло будет. Так, ну а здесь, вау, вау, Сплинтер тут во главе, да, стоит. На тебе. И еще разок. Теперь массовая атака. Я надеюсь, постепенно на всех упадет. Так, он, по идее, бы отдуплился в любом случае от урона.
Ну, так как у нас был ход, мы, естественно, его добили. Ну что, переходим. По-моему, у нас сейчас будет предпоследний эпизод. Получается, да? Ну, самое прикольное, что мы сегодня с тобой прокачали двух персонажей. Это Rocksteady фильм и Леонардо оригинал. Мне нравится. Вот так бы почаще бы, да? Каждую серию кого-нибудь допрокачивать. Глядишь, и через полгодика я бы был бы фул в прокачке. Соответственно, мы бы с тобой проходили бы все испытания. Мы бы проходили с тобой испытания, где дают осколки на прокачку скиллов. И там пошло бы дело, понимаешь? У нас были бы скиллы 7 уровня. Ты представляешь, это сколько мощи было бы у наших черепах, да у любого персонажа нашего. 7-я прокачка, 7-я ступень. Даже боюсь представить, насколько это мощно. Так, ладно, выбиваем с тобой этих сосунков. Давай массовую атаку. Усаги, бомбани хорошенько. Покромсай их на винегрет. Нормуль. Так, и добиваем. Переходим с тобой на третью волну. Вот она, вся команда видения. Тут и Лео предводитель, да? Тут и Рафаэль, и Майки. И Донателло. Так. Ну, давай ушатаем, наверное, Лео. И массовая атака в виде вертушки. Смотри, какие они крепкие, а? А какой уровень-то у них? 60-й или 65-й? 75-й. Ага. Я думаю, что-то не то. 75 уровень. И, ребята, у нас Химера. Это предпоследний босс этого испытания. Ну, давай-давай. Хорош уже летать. Приземляйся тут. Начинаем. Заблокировать не получилось. Пробивным. Есть. Ух. Химерушка, Химерушка. Что-то ты очень быстро сдалась, кстати. Но это и хорошо. И мы с тобой переходим, естественно, на последний эпизод, где у нас будет разыгрываться Леонардо, по-моему, да? Да, Леонардо видение. Поехали. 85 уровень, кстати, у противников. И 5 волн. Так что здесь мы с тобой не будем распаляться на наши суператаки. Мы это все подкупим ближе уже к финалу. Так, смотри, смотри, что делает. Ну правильно, у них 80 уровень, и Донателло у меня 80 уровня. Поэтому, естественно, они будут его атаковать в первую очередь. Кстати, на Химере надо быть очень аккуратным, потому что как раз Донни может там и сфейлиться. Да-да-да, я только сейчас об этом вспомнил. Так, давай вторую атаку. Лео тоже добивает чудика. Рафаэль имеет тоже две атаки, поэтому уничтожит. И Микеланджело, но он слабоват, хотя... Нет, не получается у него пробивать. Что бы ты с ним ни делал, как бы ты его ни прокачивал, он не может с одного удара, с двух даже своих ударов, уничтожить противника. Так, вот видишь, как Лео, Рафаэль как бомбит. Давай, Майки, хоть как-нибудь попробуй, ну... Нет, ну чуть-чуть, но надо ему оставить. Так, Лео добивает его Ханорика. Мы переходим с собой на предпоследнюю волну. Вот они. Видение. Так, я поставлю просто защиту. И поехали. Надо было, наверное, может быть, массовую атаку. Давай сделаем с тобой массовую атаку от Усаги. А Химеру уже так забомбим. Там массовая атака, в принципе, как бы не нужна. Ну, она желательна, но не нужна. Так, что он делает? Ускорение, да? Ох, ё-моё. Там он мало того, что он ускорение еще поставил броню. Так, у нас у Рафаэля не двойная атака, поэтому будем бомбить вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. И попал-таки, а? Нет, ребята. Блин, Донни выжил. О, он взял провокацию. Ну и что? Тебя эта провокация не спасет. Или спасет? Да ну, ты что, серьезно, что ли? Такой мощный стоит, мне выпендривается. Упало постепенно урона, и мы добиваем с тобой Рафаэля. Нормуль. Ну, а вот и Химера. Если я успею поставить себе уклонение, то, в принципе, есть шанс, что мы здесь никого не потеряем.
начинается, да? Ну-ка, все, ребята. Уклоняшка стоит, пускай теперь эта химера попробует, как говорится, нам навредить. О, да мы еще и заблокировали способности ей. Тьфу. Ну, это вообще великолепно. Все, шансов у химеры вообще нету на выживание. На тебе. И добивочная, наверное, нет? Хотя, да, добьем. Вот, ребята, вот оно. Полностью пройденное испытание. Силы природы. И мы с тобой... Вот теперь можно фармить абсолютно любой уровень, да? Ну, естественно, лучше всего выбирать последний. Потому что здесь, как говорится, самые сливки. Вот они, ребят, вот они. Так, я могу один раз еще сделать. Давай. 50 жетонов, ну, кто бы сомневался. Конечно же, жетоны. Так, я пошел, друзья мои, набивать вот эти осколки. А с вами будем прощаться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до скорого.